Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами рубрика «Афиша». Представляем вашему вниманию новости культурной жизни курортного района на предстоящей неделе. Отдыхаем интересно и будь всегда в курсе событий. Главного героя, популярного писателя и телеведущего Владимира Богданова заменяет абсолютный двойник. Он отнимает у него работу, славу, жену и любовницу и делает это лучше, чем оригинал. И только дочь хочет вернуть настоящего Богданова. В главных ролях Константин Хабенский, Федор Бондарчук в психологическом триллере «Селфи», который вы сможете посмотреть в кинотеатре «Курортный» на площади Свободы, дом 1. Категория 16+. Приятного просмотра. Психологические занятия с элементами тренинга состоятся 7 февраля сразу на двух площадках курортного района. Психология общения, конфликт в межличностных отношениях вас ждет в Зеленогорской библиотеке по адресу проспект Ленина, дом 25. Начало в 17 часов и ведет его Майя Некрасова. Категория 12+. Вторая площадка – это библиотека Сергея Михалкова по адресу улица Токарева, дом 10. Здесь состоится занятие в рамках проекта «Родительский университет. Я и моя тревога». Начало 18 часов, ведет педагог-психолог Луканова Анна Александровна. Вход свободный, но категория 18+. Зеленогорская библиотека 8 февраля приглашает на театрально-поэтический вечер на фоне Пушкина, который посвящен памяти поэта Александра Сергеевича. В спектакле играют актеры театра и кино Ольга Лебедева и Михаил Драгунов, режиссер, заслуженный артист России Виталий Гордиенко. Продолжительность спектакля 50 минут, начало в 17 часов, категория 16+, вход свободный, приходите. В будущем году Сестрорецкому парку культуры и отдыха «Дубки» исполняется 300 лет. И в честь этого мероприятия объявлены конкурсы. Первый – на лучший логотип к 300-летию парка. В нем могут принять участие граждане от 16 лет. Второй – конкурс детского рисунка «С днем рождения, любимый парк». Здесь могут принимать участие дети от 5 до 15 лет. Свои творческие работы и проекты вы можете отправлять по адресу город Сестрорец, Большой Литейный переулок, дом 35 или по адресу электронной почты parkdubki@mail.ru. Работа принимается до 1 мая 2018 года. Награждение победителей состоится 26 мая этого же года. Парк Дубки обязан своему основанию императору Петру Первому. И ты попробуй оставить свой след в истории, участвуй в конкурсе. А у нас все. С вами была рубрика «Афиша» и я, ее ведущая, Ольга Леницкая. До встречи через неделю. Пока-пока.